что вы знаете о буддизме? О чем? Буддизме. Ну, вообще не знаю, что это. Я знаю, что у азиатских стран буддизм. Наверное, Китай, там, Япония, наверное. А кто такой Будда? Как вы думаете? Ну, тоже Бог, как у нас, наверное, Иисус Христос. Это существо или некая идея, которая существует в каждом атоме, в каждом из нас, в каждой частице. Буддизм – это, на самом деле, религия, и я бы даже сказал, наука. Мне кажется, это мироощущение какое-то.